Друзья, всем привет! 4 ноября сегодня, вся страна отмечает День народного единства, а мы пришли в парк Борисовские пруды за моей спиной для того, чтобы записать видеоролик по случаю достижения уже более 90 тысяч акционеров на нашем канале. Именно так я называю всех тех, кто подписан на наш канал. Пойдемте прогуляемся, пообщаемся на самые актуальные темы касаемо нашего канала. Погнали! Уже более года назад я снимал серию видеороликов по поводу переезда в Москву. Что-то не пошло, да и в общем-то вообще тема в целом была не такая интересная, немножко какая-то бытовуха, думаешь, ну про что снимать? Где какую квартиру снять? Думаю, и так полно видеороликов на эту тему, а нам есть что, слава богу, снимать. Тем не менее, хочу сказать за себя, вот уже больше года я на регулярной основе проживаю в городе Москва, и я этому очень сильно рад. Вот некоторые говорят, да нахрена эта Москва нужна, постоянные пробки, друзья. Но я вот в пробках, например, особо время не трачу, потому что когда я знаю, что куда-то нужно ехать, я могу попасть в пробку, никуда я не еду, я просто-напросто либо переношу встречу, либо прыгаю на метро и еду на метро. Но в любом случае, жить в большом городе лично для меня это огромный плюс. То есть своя энергетика, есть где погулять, есть куда сходить, есть чем заняться. Вот я, например, помню, когда я жил в Кашире, особенно в последние годы, блин, ну вообще так скучно становится. Думаешь, работаешь день, придешь домой, и вообще скукотища. То есть на улице выходишь, тишина. Ну представляешь, да, себе вот маленький городочек, когда ты вот в пятницу кружишь по городу по одним и тем же маршрутам, и ничего. Сейчас же, проживая в Москве, вообще очень кайфую по полной программе, тем более снимаем, вы смотрите, и вообще очень круто то, что можно куда-то приехать, что-то поснимать, что-то поделать, получать различного рода информацию. Даже сейчас, вот обратите внимание, мы находимся в парке. Вы знаете то, что я к политике вообще вот в сторону ее отодвигаю. Тем не менее, перед выборами все там хаяли мэра, говорили, вот там, козел он плохой, вот. Вы посмотрите, какие вот просто парки в Москве. Вот на самом деле чисто, все аккуратно. Беседочки стоят, мангальчики, то есть можно прийти спокойно, встать, прудик рядом, здесь все купаются летом, отдохнуть можно, вид красивый, чисто, вот воздух прям вот, вот реально такое ощущение, как будто в лес приехал, то есть в области воздух такой же, несмотря на то, что вот дорога, буквально там, не знаю, 200 метров, стоит наша машина, прыгаем, 15-20 минут, и мы уже будем на Красной площади, вот в этом кайф, то что есть возможность, знаешь, и в лесу погулять, и в тот же момент куда-то вот сходить в более-менее движовое место. Серия видеороликов касаемо газобаллонного оборудования. Когда я выкладывал первую серию, я очень сильно переживал и думал, вообще будут смотреть, не будут, какая будет активность. Но, к счастью, активность очень хорошая, очень много споров, разные люди встречаются, которые говорят, я ездил на газу, все классно. Как говорится, попробовал фразочек газ, остаешься с ним навсегда. Другие же говорят, вы что, дураки, какой газ? Некоторые не понимают, мол, из серии, знаешь, вот раньше вот он был дешевле, вот раньше это было выгодно, а сейчас газ 26 рублей стоит, бензин стоит 45, разница уже не такая большая, но в любом случае, друзья, все равно ты экономишь. Я понимаю прекрасно, что раньше ты экономил еще больше, это было еще круче. Я хочу сказать одно, что цель вообще этого проекта – показать газ на деле. Ни в коем случае никто вас не призывает и не говорит, вот если ты едешь на автомобиле 1.4 механика, 125 сил, и у тебя расход средний 6 литров, и ты за месяц, там, за два проезжаешь 1000-2000 километров, да он тебе нафиг этот газ не нужен, потому что само оборудование будет очень долго окупаться. А те, кто много ездит, ну, соответственно, совсем другая история. Опять-таки, посмотрим, что будет в 2019 году. Все вы прекрасно знаете, что цены 100% на бензин вырастут. Посмотрим, насколько вырастут цены на газ. В общем, будем следить, будем продолжать наблюдать. У нас еще 9 серий, и серии реально заголовками очень крутые. То есть там разные тематики, будем проверять газ на безопасность, будем делать различные пробы, будем брать интересные интервью. В общем, посмотрим, что будет продолжаться. И самое главное, я сам езжу на машине, тестирую, и по окончанию всего этого дела я смогу сделать полноценные выводы. Третье. Продажность автоблогеров. Вот частенько все равно это слышишь. Вот знаешь, бывает так, даже снимаешь видеоролик, в котором вообще нет никакой рекламы, но все равно найдутся те, кто скажет, ага, реклама была того-то, всего-то, 5-го, 10-го. Вот если бы вы меня спросили, стыдно ли тебе вообще хоть за какую-то рекламу, которую ты размещал на своем канале? Я вам скажу, да, есть одна такая рекламка, которую я... Сожалею, что я за нее взялся, хотя многие из вас меня поддержали. Это реклама букмекерской компании. Друзья, я лично сам никогда в жизни никаких ставок не делал. То есть изначально, когда мы с ними договаривались, я сказал, что вот приролы буду вставлять. Ну и говорить людям, что есть возможность там, допустим, где-то сыграть, поставить ставку. Но я тут совсем недавно зашел в один такой похожий клубешничек. Зашел-то просто внутрь ночью. Я окунулся. Вот реально, я побывал в гостях у сатаны, вот без шуток. Это на самом деле такое зло, это хлеще, чем казино, что было раньше. Если раньше было написано казино, и ты приходишь, ты понимаешь, что там будет, то вот это...
Фух, даже сейчас на YouTube стал запрет появился, то есть мне лично пришло уведомление о том, что азартные игры, ставки на спорт больше нельзя рекламировать, не нужно за них браться. Многие продолжают, но я других судить ни в коем случае не берусь, у каждого своя голова на плечах. Но я знаю одно, что когда мы размещали рекламу этой компании, были следующие ситуации. Вот смотрите, в четверг мы выкладываем ролик, я оставляю ссылку, выхожу из дома, захожу проверить активность этой ссылки и вижу, что она не работает, то есть сайт не открывается. Я пишу им, проходит 4 дня, мне дают ответ, что да, извините, вот там действующая ссылка. То есть 4 дня, пока ролик вот максимально активен, его смотрят, ссылка не рабочая. И что же получается так, что за все это время, и так продолжалось регулярно, ни разу никто из вас ни в личные сообщения, ни в комментариях не писал о том, что Диман, ссылка-то не рабочая. Получается так, что реально они деньги свои тратили на ветер. Многие там писали, жаловались, вот как это так, реклама букмекеров, а если дети увидят, ребята, куда там смотрят ваши дети, я за вас сказать не могу, там чем занимается ваш 12-летний ребенок, но вы должны за этим следить, а не я, согласитесь со мной. У меня аудитория на канале очень взрослая, 0,7% это люди, которым до 18 лет. И самое главное, если ребенок в 12 лет увидел рекламу букмекерки, что он пошел ставки ставить, откуда у него деньги-то? Больше ни с какими букмекерами я сотрудничать не собираюсь. Казино-то уж тем более, а вся остальная реклама, которая ко мне приходит, проходит реально жесткий контроль. Мы смотрим, изучаем компанию, чтобы не получилось так, что сегодня ты это прорекламировал, а завтра тебя в каком-нибудь разоблачении показывают, как козла отпущения, который своим, как говорится, там подписчикам, зрителям впаривает какую-то ерунду. Ни в коем случае, все за это очень сильно переживают, тем не менее, вот меня больше всего поражает ролик, когда какой-нибудь разоблачитель кого-то там засирает, и прежде чем мы начнем просмотр, тоже что-то рекламирует сомнительного производства, сомнительного происхождения. В любом случае, реклама это хорошо, потому что у меня теперь есть новая курточка, у меня есть кроссовочки новые, у жены у моей тоже появилась новая куртейка, часики. То есть, ну знаешь, дать возможность жить и получать от жизни удовольствие. Согласитесь, круто, когда ты занимаешься любимым делом, и за это любимое дело тебе платят и YouTube, и сторонние спонсоры. Поэтому, если кто-то из вас хочет написать «продался», полностью высказывайте ваше мнение в комментариях. Я никогда их не удаляю, за исключением только те комментарии, когда вы начинаете переходить на личности и уже между собой начинаете ругаться, оскорблять мам, пап и так далее. Меня же поливайте как хотите, я знаю, куда я пришел. Я пришел в интернет, поэтому просто я вот от этого всего вот так отбиваюсь, и меня никак это не задевает. Все дельные комментарии всегда приветствуются. Пойдемте дальше. Продажные обзоры на автомобили, честно вам говорю, такие запросы поступают, и в основном это китайцы. Они что говорят? Назовите вашу цену, мы вам дадим сценарный план, автомобиль, вы должны перечислить про него все плюсы, минусы свести на ноль, либо же сказать, ну это не совсем минус, и таким образом они будут довольны. Как вы знаете, у нас китайцев на канале нет вообще, да и собственно я считаю, что это нечестно, нафига делать это, когда можно рассказать по-честному, сказать, вот есть плюсы, есть минусы, а человек сделает выводы. Несмотря на то, что там есть продажные обзоры, непродажные обзоры, что не покупают китайцев, что ли? Покупают. Так же вон они катаются, и продажи идут, и дилеры открываются. Поэтому самое главное сделать честно и объективно, и зачем за это доплачивать, я не совсем понимаю. Хочу затронуть тему хамства и ваших фейпонов. Но не с точки зрения того, что пожаловаться вам, вот вы меня оскорбляете, нет, мне вообще пофигу. Меня удивляют такие ситуации, знаешь, когда ты заходишь, тебя человек вот таким вот трехэтажным поливает матом безосновательно, и стоит тебе тоже ему ответить, сказать то, что да пошел ты нахер. Как тут же появляется какой-то человек сейчас со стороны, который говорит, Дмитрий, как вы смеете, вы же снимаете ролики, вы же такой культурный человек. Друзья, если мы с вами общаемся в комментариях, вот что для меня канал? Для меня канал это некий кооператив гаражный, куда мы приходим с вами, стоит тачка, сидим мужиками, там наш пивко, чай пьем. Обсуждаем машину, то есть мы общаемся в произвольной форме, можем там друг другу нахер послать без обиды. И я общаюсь с вами точно так же на вашем языке. Кто общается культурно, я стараюсь отвечать культурно. Но меня удивляет, вот именно когда отвечаешь человеку хамством на хамство, то есть на его же языке, как тут же начинаете говорить о том, что ты быдло, начинаете рассказывать о том, что есть мораль, как себя нужно правильно вести. Давайте вот здесь договоримся так, что если у вас никнейм, допустим, там какой-то любитель кошек или пупс 3/7, и вы постоянно во всем видите негатив, вы куда ни придете, я же все комментарии читаю, не только у себя, но и у других, и вижу, что вот не одни и те же вот эти паршивцы, знаешь, вот эти «у-у-у», эти давай поливать друг друга говном. Будьте добры, получать в ответ то же самое. И подстраиваться под вас и говорить, ой, извините, либо пропускать ваш комментарий, я не буду, я вас также могу послать на 3 веселых буквы. И вы не обижайтесь, это нормально. Если вы себе позволяете это, то я также вам в ответ это отвечу. Давайте кратенько пробежимся по последним видеороликам. Так, например, про угон автомобиля Mazda.
Некоторые написали, мол, а где дельные советы, как защитить автомобиль? Вот если вы посмотрите и послушаете настоящих экспертов, все вам скажут одно, что на сегодняшний день наиболее выгодная и лучшая защита от угона – это каска. Потому что вы гарантированно получите ваши деньги, если ваш автомобиль угнали. Многие говорят, что вот есть люди, которые профессионально занимаются защитой от угона и могут сделать чудо-средство, поставить на твой автомобиль. И якобы эти автомобили ни разу еще не угоняли с их защитой. Друзья, когда угонщик приходит угонять ваш автомобиль, и если у него не получается это сделать, то есть следы взлома, машина вскрыта, он залез туда, он может так вот сигареточку докурить, положить ее и уйти, а ваша машина сполыхнет. Защита сработала, ваша машина не уехала, но она сгорела. Кому она нахрен нужна будет? Это раз. Второй момент. Общаясь с людьми, вот вы не поверите, вот каких историй только не наслушаешься, что не происходит вокруг нас, чего мы с вами не замечаем. Когда просто в наглую угоняют машину, вот тросом ее цепляют, затаскивают ее прям просто варварским способом в кузов, и машина уезжает, и никто ее найти не может. И рассказывать вам о том, что наша доблестная полиция, ну вы все прекрасно знаете, зачастую ходят слухи, что даже гаишники помогают угонять автомобили, сопровождая такие машины. Расскажу вам коротенькую историю. Однажды, года 4 назад, мы в пятницу зимой поехали с друзьями покататься. И заходили в бок на Kia Ceed, снег шел, прям зима снежная начиналась. И маленечко уехали в кювет. То есть морда села, вылезти мы не можем на машине выехать. Я начал останавливать тачку, останавливаюсь, такая машина, не помню, Гашель какой-то ехал, ну стендом, в общем, в ней можно тачку перевозить. Выходит парень молодой, время 11 часов вечера, просто мы в области, где-то на дороге стоим. Говорит, сейчас все поможем, сделаем. Открывает тент, там стоит BMW M3 синий штарил, новая. Ну как новая, с номерами. Мы говорим, типа, а что это такое? Он говорит, да вот, заказали машину в Чечню везу. Ну в смысле заказали? Ну он объясняет то, что кто-то купил машину и занимается перегоном, потому что зима на улице, как ее гнать? Мы такие, нифига себе, вот тебе не страшно там ночью перегонять? Но к чему я вам это рассказываю? Вы подумайте, а точно ли он ее перевозил, то, что кто-то купил эту машину? Вот так вот дергают тачки в Чечню, в Дагестан, куда угодно вывозят, и там люди на них катаются. Поэтому верить о том, что какое-то чудо-средство вас спасет, опять же, эти чудо-средства стоят очень дорого, там 80-100 тысяч рублей. Каска на автомобиль за 100 тысяч можно сделать на 3 года. Если вам на Mazda 6 считают каску за 150 тысяч, вы говорите, ах, какой же ты врун, что где-то за 30-ку. Но если тебя вот так вот просто чепушили на ровном месте, и ты этого не понимаешь, ну я тут при чем? Поэтому помните одно, что тачку угнать можно очень легко, и никакие чудо-средства вам не помогут. Далее, например, вот видеоролик рекламный, то, что мы снимали, где тестировали коробку от Gentuning. Все сделали по-честному. Ко мне пришел человек, говорит, вот коробка, она работает. Я говорю, с кем она работает? Вот с такими-то автомобилями. То есть он их перечислил. Мы взяли один автомобиль из этого списка, поставили коробку на эту тачку. Дал он прирост? Дал. То, что одна секунда, и многие сказали, да это говнище. То есть, ну, я сделал по-честному, я показал. То есть, производитель не обманул. Стоит ли за это платить денег? Выводы делать только вам. Понятное дело, что все автомобили разные. Можно найти автомобиль, где эта коробка даст плюс 2 секунды. Вот были люди, кто тестировал ее, и так мощная машина, да? То есть, там давала плюс 0,4 секунды, и то меньше. Соответственно, все здесь сугубо индивидуально, но мы делаем все объективно. Видео про покупку Camry 3.5 у некоторых так знатно бомбануло, что как так продать трехлетнюю Мазду и купить тачку пятилетнюю, за которую ты еще и затираешь. Я надеюсь, что у вас становится таких все меньше, и вы понимаете, ради чего я ее купил. Я эту машину купил для проекта. Но все равно мне порой так смешно читать, думаешь, вот вроде бы кризис в стране, но столько людей появилось, которым Camry 3.5 2013 года пятилетняя вдруг стала резко таким ведром, что на нем просто стыдно ездить. Ребята, когда это у нас машина за миллион стала вдруг таким какой-то телегой? Я понимаю прекрасно, что Camry старая машина, что ей никого не удивишь. Тем не менее, я на ней катался уже более месяца, и я вам предлагаю снять такой ролик, где я поставлю Mazda 6, точно такую же, которая была у меня, и рядом поставлю Toyota Camry. И вот здесь мы сможем детально сделать все плюсы и минусы и рассмотреть эти автомобили с точки зрения владения ими на вторичке. Я не люблю концентрироваться на чем-то одном и снимать только обзоры на автомобили. Мне нравится разнообразие, что у нас и гоночки бывают, и обзоры, и какие-то ситуации жизни, связанные с кредитами, и скидки на автомобили, и тест-драйвы, и какие-то сюжетные видеоролики, как, например, это было с таксистами. Я бы с удовольствием бы продолжил снимать эти темы, искал бы интересные сюжеты, поэтому помогайте, пишите ваши советы в комментарии, пишите ваши советы в Инстаграм нашего канала, в личку ВКонтакте. Я везде пользуюсь всеми социальными сетями, куда вам удобно, даже на почту электронную, пожалуйста, пишите. Дельные, интересные сюжеты всегда будем снимать, и вам полезны, и другим полезны, и вообще всем интересно что-то новенькое, свеженькое посмотреть. Кстати, касаемо сюжета про такси. Выложили видеоролик, на следующий день утром пишет тот самый парень, с кем я ехал, говорит, слушай,
Меня, видимо, не так поняли, но я действительно могу зарабатывать больше 100 тысяч в такси. Пожалуйста, давай встретимся, я покажу, подтвержу, что на своем автомобиле реально можно заработать. И многие из вас, кто работал в такси на своем автомобиле в Москве, говорят, да сотку, в принципе, можно делать. Это никакая не выдуманная история. Поэтому, если вам интересно, пишите, сделай с ним интервью, встретимся. Он покажет скриншоты мне, он уже это выслал. На самом деле, по его отчетности, там даже больше 100 тысяч можно зарабатывать, работая в такси на своем автомобиле. Очень интересно читать комментарии про путешествия, что, мол, круто получается, легко, интересно, съезди еще куда-нибудь, когда свежий ролик про путешествия. Друзья, с удовольствием вы сделаете регулярную рубрику раз в месяц, 3-4 дня куда-то отправляться, снимать видеоролик про путешествия. Если бы я начал снимать раньше, в 2013 году мы ездили в Таиланд, маленькой компанией, вот это были бы ролики реально очень веселые, познавательные, потому что мы тогда раньше ездили отдыхать по 2 недели. Турцию проехали просто вдоль и поперек. Вот раз 10, наверное, в Турции был. Раньше у нас как-то студенческие годы, не знал то, что есть другие направления, что вот куда-то еще можно летать. Постоянно летали в Турцию. Много всего интересного было. Но на сегодняшний день, смотрите, стал чуть постарше. Соответственно, ролики хочется делать в первую очередь полезными. Не то, что там, знаешь, куда-то приехать, напиться на камеру, бегать, орать. Не, это уже не для меня. Хочется, чтобы легко и в тот же самый момент ты посмотрел и понял, например, ага, в Чехию слетать, сколько денег надо, или куда сходить в Испании, то есть какая атмосфера, вот это хочется передавать. Поэтому будем стараться снимать, будем стараться путешествовать чаще. Самое главное, сами все понимаете, бабки, бабки, бабки. И кто бы что ни говорил, вот, за рекламу не бери, там не бери, это не делай, друзья. Денюшка, каждый из вас утром в понедельник встает не потому, что ему хочется встать пораньше, что дома-то сидеть, пойду-ка я поработаю. Все мы встаем с вами, идем на работу ради денег. И подчеркну еще раз, очень круто, когда хобби, на которое я серьезно смотрю только как на хобби, но приносит денежку. Если вам вдруг показался парк интересным, таким уютным, значит, объясняю, Каширское шоссе, Борисовские пруды, для вас ориентир Каширская плаза. Вот так вот едете, мост проезжаете, с правой стороны будет автозаправка ЕККО. Туда прям заезжаете, у них же ставите машину на парковочке и заходите в парк, гуляете. Мангальчики бесплатные, можно прийти шашлычку пожарить. Летом здесь народу очень много купается. Соответственно, видок такой симпатичный. Ну, знаешь, это такой оазис в центре города. Ну, не в центре, конечно, но в городе. Можно прийти, купануться. Понятное дело, да, что это не какая-то там социальная реклама и так далее. Просто реально классное местечко. Я вот люблю, например, в выходной день в какой-нибудь парк выбраться, прогуляться. Мест в Москве уютных очень много. Друзья, наш балаблогинг подходит к концу. Еще раз вам всем огромное спасибо за то, что смотрите, за то, что ставите лайки, ставите дизлайки, высказываете ваше мнение, поддерживаете, учите меня, даете наставления и, в общем-то, заряжаете меня позитивной энергией. Я очень рад, что канал наш развивается. И следующая цифра, это будет 100 тысяч акционеров. Просто, когда я начинал снимать, я и подумать не мог, что мы к этой циферке потихонечку будем приближаться. Знаешь, вот так вот, затаившиеся кобры, просто 100 тысяч. Очень рад. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, там всегда выходят только свежие новости. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. До новых встреч, всем пока-пока.